Всем добрый день. Сегодня у нас, вернее, вечер. Сегодня воскресенье, 18 декабря. Кругом тропинки. Тут вот чистили сегодня сами, чтобы выехать. Андрей Андреевич, а где техника? Кто чистить будет? Смотрите, что творится. Или солярку уже списали и продали? Нехорошо как-то получается. Снега пипец. Мало ли что загорится. Кому-то плохо станет. Пенсионеру. Людям пожилого возраста. И скорая не проедет. Чё мы с вами тут на Украине находимся? Чай Москва вот тут. 3 километра до МКАДа. Да. Вот идем по тропиночке. Ну да, машинка скорой помощи, передний привод, она и не проедет. С утра видел, да, у подъездов почистил. Ну, это дворник от ЖЭКа почистил. А техника МБУ куда-то пропала. Тоже вот сегодня ребята чистили. Пипец. Надо устроиться инженером в МБУ. Буду миллионы зарабатывать. Наверное, туда фиг устроишься, блин. Ну вот такая. Тут уже колея, кто-то он днищем тут чертил. Да. Интересно, завтра поснимаем, чего будет. Да, ни одной бабушки сегодня на улице не видел. Бедные они тут, все ноги поломают. Ну да, дороги нет от слова совсем. Машины еще тут проезжают. Чтобы людям ходить. Бобкета нету. Ладно, посмотрим, что завтра будет. Будем все фиксировать и отправлять куда надо и куда не надо. Да. Пипец, как тут ходить. Тут просто сугробы около дома. Не выехать, не заехать. Что-то не получается даже ходить нормально. Да, дорог нет от слова совсем. И там, около бойлерной, обратно пойду поснимаю. Там тоже снегу. Выше крыши. Кругом тропинки. О, бабушки, смотрите, как у нас ходят. Еле ноги передвигают. Аккуратнее, аккуратнее идите. Давайте, давайте, вот-вот. Бабушка еле ножки передвигает. Дорожки нету. Да, безобразие какое.
Что-то сегодня, да, чувствуется. Кругом снег. Хорошо еще можайка он почищена более-менее, но с утра одни пробки были и сейчас наверняка. Ну тоже он еле едут. В Москву все стоит. Где-то слышу звук одинокого трактора. А, вот он. Приблудный трактор где-то заблудился. Случайно вечером, наверное, спал где-нибудь. Ну вот второй едет. О, поворачивается, разворачивается. Понятно, чистит трассу. Около домов им чистить не досуг. Сходить за хлебом пожилым людям, вы видели, это проблема. Если некому принести, все. Зубы на полку и приехали. Ну вот трактор, он развернулся здесь и поехал дальше чистить. А, он даже не чистит. Лопата поднята, щетка поднята, просто катается. Солярку выжигают. Так, пройдемся здесь. Там я уже устал идти. Ноги все по... О, тут около дома почищено. Тут что у нас? Топка. Ладно, пройдемся дальше. О, тут кофе с собой. Вон что-то написано. Бобер. Для бобров, наверное. Может зайти, но я же не бобер. Цветы, елочка, поснимаем красоту такую. Про цветы 24, а это что, они сутками работают? Такую красоту они сделали. Вот букетики там делают. Можно прийти. Красиво так. Витринки такие симпатичные. Елочки, шарики. Ладно.
это что такое? О, тоже студия цветов какая. Цветы. F-Mart. А плюс еще и кофе. Красиво так, букетики. Да, снегу навалило. Ну что, сделаем круг почета и пойдем монтировать. Так, тут у нас надо зайти как-нибудь посмотреть. Тут у нас знаменитый 98-й дом, который, по идее, расселенный. Но вот даже тут фонарь повесили. Раньше тут вечером было страшно ходить. Какой канал мы пойдем? Ну, у вас вот лопаты есть. Управляющая компания ведет. Да ладно. Вот, пытались же две здесь, потому что ничто чистили. Инициатива. Управляющая компания, это у нас в воскресенье выходной. А у вас управляющая компания в доме получается? Да. Ну вот, вам легче. У нас там около 8-й школы. Да. Там они... Диспетчеры есть, а... Я не знаю, какой дом. Ну, 8-я школа и сразу вот это... Дом. Там суббота, воскресенье не работают. Понятно. Не, у вас нормально. Ладно. Удачи вам. Ну вот, получается, молодежь. Управляющая компания в доме выделяет лопатки. Люди сходили, получили. Приятно и с полезным. Взяли, почистили у себя снежок. У нас ЖЭК находится на Можайке, вернее, на вокзалке, рядом с 8-й школой. И, соответственно, суббота-воскресенье у нас выходной. И лопаты у нас не дождешься. Есть у меня, конечно, лопаты, но они в деревне. Аж 3 штуки.
Вот домик уже. Гирлянды вешают. Ну, получается, да. Сегодня. Ну да, снег не чистит от слова совсем. Интересно, вот так освещение освещает. И получается так, ну, не знаю, камера этого, наверное, не передаст. У меня еще в плюсе стоит. Сейчас попробую. Ой, а там вдалеке елочка горит. А ну это, наверное, в детском саду, да, подключили. А ну самую. Хорошо, красиво. Красиво, красиво. Пока до дома дойдешь, все ноги поломаешь. Зайти, может, в мужской клуб. Так, у нас тут красная линия. Тут есть магазинчик. От красной линии на территории. Машина что-то еле-еле едет. Наверное, фу, соляркой тянет. Наверное, капут двигателя. Тут у нас, ну да, тут все замело. Ну да, дорожек для пешеходов нету.
кругом тропинки. Надо поставить плюсик. Кругом снега. Не едут. Ну вот, тут сами почистили. Он ребятня на гаражах развлекается. Все в снегу. Кругом тропинки. Здрасте. Здорово. Снимаешь? Да. Интересно, тут же еще и люди живут, вот их двухэтажки.